смотрите, моя квартира номер 10, дяди Вовы квартира номер 9, 9. Но есть один маленький момент. Просто у дяди Вовы какая-то квартира. Как будто просто какой-то туннель. Посмотрите, вот это все, кто мечтал увидеть квартиру дяди Вовы. Вот она, смотрите, где живет дядя Володя. Вот лысый молодой человек постоянно проникает в эту квартиру и какает где-то вот непонятно где. У дяди Вовы есть вот такой вот холодильничек, собственно, в стенке вырубанный, как будто в Антарктиде. Вот здесь у него есть бутылочки. Судя по всему, дядя Вова алкоголик. И свое говно, которое какает, он прячет вот туда в коробку вот в эту с подпицей. Также дядя Вова любитель японской кухни, потому что у него вот есть какие-то две палочки и какой-то рис японский. Ну все понятно, его, наверное, япона-мать родила. У дяди Вовы, конечно, бардак. Как будто попал на какой-то замороженный склад какой-то протухшей рыбы. Дядя Вова, скорее всего, какой-то снежный человек. Смотрите, у него абсолютно дома ничего нету. Конечно, сюда посрать только зайти. Что это за квартира такая? Первый раз такое вижу. Какая-то, что-то у него хоп. Мне интересно, у него летом тоже здесь такая зима? Сейчас постараюсь медленно выйти, чтобы не закрылась эта дверька. Ну-ка, медленно-медленно вот так и открою свою дверь. Вот, моя открывается. Смотрите, вон лысый. Брателла, вот. Забегай к дяде Вове на Новый год. На елку забегаю, на стриму под елку. Мне просто хочется как-то аккуратненько пройти, чтобы дверь не закрылась. Сейчас мы проверим, дядя Вова рад нам был или нет. Вот, дверь я не закрываю. Обратите внимание, просто отхожу. Медленно отхожу. Я так и знал, дядя Вова нам не рад. Братуха, новая папирос... Ой! Новые папирони хотел одеть. Уже теперь мне нужно новые папирони одевать, брателла, а не тебе, ё-моё. Вот, смотрите, чудит как. Вот это так всегда. Каждый день вот так, когда мамки нету дома, начинается вот такой вот беспредел, беспорядок. Ты арестован, иди. Стоп, а у меня ящик с игрушками. А, смотрите, он заблокировал ящик с игрушками. Они там есть, но я их не могу взять. Вот, смотрите, черт какой преображается. Вот преображительный чертила. Ну-ка, брателла, я еще все не закон. Я тебя найду. Ну-ка, дверь как закрыта, кстати. Боже, из дома нельзя выйти тоже. Смотрите, что чудит. Понятно все. А вот эта соска, друзья, непростая. Она обладает выстрелом как будто с двухствольного ружья. Вот смотрите. На 3, 2, 1 производится выстрел. 3, 2, 1. Шатата! Упал туда, откинулся аж за дверьку. Ничего, а приуснул, приуныл. Ох и папирони лысый, смотрите, вырубился. Вау! Такого я еще не видел. Смотрите, вот это реально страшно. Это какой-то спящий скибиди туалет. Смотрите, он медитирует, что он делает? Стоит в параше и спит. Боже, первый раз такой вижу, чтобы дети спали стоя. Вот это да. Ну-ка, у меня нарисовался новый эксперимент. Брателла, ну-ка сейчас мы посмотрим. Стоп, он поменялся. Он положение свое поменял. Может, он не спит, он меня обманывает. Ну ладно, для этого у меня есть вот такая вот сыроватка правды. Брателла, тебе не уйти. Ну-ка, друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите слово «спящий скибидист». Напишите это слово в комментариях, если вы досмотрели видео до этого момента. И сейчас мы этого спящего скибидиста будем расчехлять. Ну-ка, я хочу смотреть ему при этом в глаза. Интересно, проснется или нет? Ну-ка. Но! Как это возможно? Смотрите, он спит и пердит. Нет, в принципе, это в порядке вещей. Это логически. Можно спать и пердеть. Но не в его же положении, ё-моё. Это позорный скибиди-туалет. Ты же опозорил всех скибидистов, брателла. Нет, это точно какой-то обряд экзорцизма. Что это такое? Лысый молодой человек в облике сатаны крутится, как спящий скибидист. Это просто в газете написать. Ё-моё, какое страшное явление. Дверь заперта. Смотрите, все заперто, закрыто, все покрыто, все темным мраком закрыто. Если тебя вот так в эту печечку приотправить, хорошечно сейчас... Опа! Полетели детки в космос. Ну-ка, братик, пока ты спишь, уж извиняй. У меня есть такая слабость поиграть с тобой вот такую вот игрушку. Вот так. Ой, что это? А как это? В смысле? А что мои пули... Ты что, мои пули останавливаешь в воздухе? Я не понял. Не, это уже не смешно. Ну-ка, стоп, отсюда. На. Где что? Вау. Вы видели такое? Что это? Брателла, я еще такого не видел. Слышишь, ничего себе. Вот это лайфхак. Смотрите, вот какой-то способностью телекинеза обладает. Смотрите, я стреляю, он пули останавливает. Смотрите. Кто знал этот лайфхак? Смотрите. Это просто... Это прикол! Кто такой видел? Хоть раз напишите в комментарии, смотрите. Он просто пули блокирует, он спит, и ему невозможно ничего сделать. Но вот это вообще, смотри. Смотрите! Это невероятно! Это как это? Я не могу понять, это что?
Мне кажется, я нашел какой. Смотри, это просто круг, это сатанический круг. Это в этом, я понял, это его невозможно здесь пробить. Вот, смотрите, абсолютно ничего не помогает. Вот у меня пули просто остаются в воздухе. Ничего себе. Вот это да, брателло, ну ты меня удивил. Хорошо, ну-ка сейчас, а сейчас мы тебе распакуем подарочки, брателло. Ну-ка, брателло, а мототочек? Брателло, а ну-ка, мотота. А, проснулся. Ё-моё. Друзья, если вы играли в эту игру, вы должны знать, что в этой миссии, на этой главе, третья ночь, он не должен просынаться. Смотрите, это я сломал игру. Теперь я официально заявляю, я нашел официально баг. Смотрите, он проснулся. Он не должен просыдаться вообще в этой игре до конца миссии. Посмотрите, я сейчас его отнесу в спальню. Он не должен был проснуться. А ну-ка, стоп, у него зрачки реагируют или нет? Ну-ка, я сейчас сюда пойду. Он на меня не смотрит вроде, либо же смотрит. Непонятно, голова как глобус. Стоп! Чё? Вау! Боже! Я сломал игру. Друзья, обязательно поставьте лайк на это видео, если вам понравился этот баг сломанный. Вот это да, ничего себе. Смотрите, какая у него голова. Инопланетянин какой-то, чертополох. О, свалил. А ну-ка, брателло, стоять. О, здесь уже свалил. А ну-ка, я его сейчас переодену. Вроде бы, смотрите, ничего не предвещает беды. Такой страшный какой-то черт. Но стоит всего лишь мне взять и вот превратить его в Санта-Клауса, он уже... Да все равно страшный как черт, ё-моё. Можно выйти. Смотрите, заблокировал ход, я проход заблокировал. Во, гад, вот это да, и не пройти никак. Вот это какие-то, пустил волосы какие-то, какого-то динозавра. О, начинается чудить, начинает, смотрите. Вот сатана, я тебя, слышишь, я тебя разбудил, я твой повелитель тьмы, я тебя только смог разбудить, а не те черные силы, которые находятся в небе, брателло. Ой, смотрите, вот вам в небе черная сила, накаркал, ё-моё. Ха-ха-ха! Доброй ночи! Да какой уж доброй ночи здесь! Ничего себе доброй ночи! Ха-ха-ха-ха! Что происходит в этом доме? Смотрите, какие-то глаза теперь! Ё-моё! Кстати, это тоже проверка лайфхака. Сейчас я попробую пораспаковать все подарочки. Мне вот интересно, молоточком если прибахнуть по глазику, то что-то будет или нет? Это тоже будет проверка лайфхака. Ну-ка, сейчас мы эти глазики... Не, нифига! Нифига, не берет я. Хорошо. А если я сейчас открою вот эту магическую мою шкатулочку... Сейчас мы все проверим. Ну-ка. Во, пердячий пар. Не, нифига, тоже не хотят. Друзья, кто такое видел? Хоть раз смотрите. Вот это пасхалочка, ничего себе. Я бы даже сказал, ни черта себе. Вот это да, блин, глаза. И в холодильнике даже глазик есть. Я знаю, насколько я знаю, их не можно поднимать. Ну-ка, давай на этот глазик огурчик сейчас прилепим. Смотрите, сожрал, ничего себе. Не получается, это какое-то просто, это оно засасывает все. Ну-ка, сейчас мы проверим вот здесь, что у нас есть. Глазиков здесь нету, а здесь глазики. Это такой, знаете, рум-тур своеобразный по кухне. Во, уже там глазик появился. Ё-моё. Нет, ну вот эта печь целая глазиком, вот это, конечно, да. Ну-ка туда, эта штука работает. И здесь глаз тоже стоит. Ё-моё. Смотрите, они смотрят телевизор. Боже, кто это замечал хоть раз раньше? Это какой-то прикол. Это просто с ума сойти. Глаза смотрят телевизор. Боже, мне кажется, что-то пошло не так. Либо я схожу с ума, либо это какая-то, правда, какая-то игра. Очень странная. Еще и пистолет, который тоже стреляет глазами. Боже мой, это... Я не могу в это поверить. Это сложно с ума сойти. Глаза. Вам глаза не нужны? Глазам нужны глаза. Ну-ка, вот смотрите. Вот этому глазику, каждому по глазику. Дядя Вова, вам глаза на глазок не нужны? Давайте набираем на это видео 2000 лайков и сразу же приступаю к созданию новой интересной серии. У меня почему-то чувство, что за мной кто-то там постоянно говорит. Ой, здесь уже глаза. Они были здесь. Ладно, я поехал. А как это? Можно как-то закрыть? Все. Друзья, до скорой встречи. Приятный вечер, ё-моё.